Вообще вопрос подготовки школ в Иркутской области сейчас стоит на особом контроле. В регионе до 20 августа необходимо проверить все 2083 учебных учреждения. В том числе специалисты оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. С 1 сентября в каждой школе региона должны проводиться дезинфекция помещений, а на входе детям и преподавателям будут измерять температуру тела. Также учебные учреждения оснастят антисептиками. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором планируют проводить занятия по всем предметам. Проверяют в школах Прибайкалье и пищеблоки. В первую очередь это связано с тем, что Иркутская область с текущего года начнет получать федеральное финансирование на организацию горячего питания для детей, которые учатся в начальных классах. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев в ходе личной проверки первого лицея в областной столице. Более 800 школ у нас включены. Часть из них пойдет за счет регионального бюджета, там, где нет условий, в общем-то, для организации питания. Ну а оставшиеся все школы будут за счет федерального финансирования будут обеспечены горячим питанием. Это очень серьезный прорыв, и мы должны для себя сделать правильные выводы, что все оставшиеся школы в ближайший год должны быть обеспечены инфраструктурой для организации горячего питания.